Приветствую, друзья, продолжаем мы совместно с игровым каналом Dota прохождение игры Ром Татувах за Нумиди. Загружаю, знаете, коллеги, 89-я по счету серии. Нашего совместного прохождения. Так, мой коллега оставил мне здесь, да? Сохранение. Тут битва с повстанцами, так понял. В общем, сходу вступаем в битву. Там посмотрим. А дальше уже будем смотреть. Так, мятежники где-то там в лесу, да, получается. Так, лучники, давайте прячемся за пехоту. Вроде всех выделил, да? Есть здесь еще два отряда конных стрелков. Лучника я не убивал до фигнами. Так, все, убегаем у вас. А, блин, три отряда у меня есть. И нет, все-таки два. Нет, два. Так, и три, четыре. Четыре отряда ударной кавалерии. Начинаем битву. Конечно, как все повстанцы построились, хрен знает где. Как? Двигаемся сюда вот. Начинаются эти перемещения дебильные. Так, мои силки походу их не видят. Здесь можем зайти вот конными стрелками. Да, сюда очень тоже видят. Ой, так, блин, отключить эту скорость. Гоу и кельт успели уже проатаковать мою пехоту. И в результате я понес потерь. Да блин. В общем, ничем потерять своих стрелков. Как всегда. Уходи, 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 блин. Просто лучника прям вплотную подставишь, чтобы нести потери своих же стрел. Так вот, поставить лучников.
лучники. Переносим весь огонь сюда. Ой-ой-ой, куда ты побежал? Куда ты побежал? Пойди назад. Ну просто компьютер, как всегда, начинает. Есть ли дело, чтобы я страдал от своих живучников, своих штуков? Куда вы вылазите все опять, а? Ёлки-палки. Зайди-то под защиту. Закидываем командирский отряд. Эти люди отлично подходят на роль врагов. Лучники отставить. Они в ужасе бегут с поля боя. Отставить. Готов. Как он ловко уходит от моей кавалерии. Победа за вами. Капитан Дадон его убит. Назвать ее недостойной или незаслуженной. Ну, потери, да, есть, конечно. 35 противников убито, мои потери составили 38 человек. Победа! Приказы. Вперед! Ходы кончились. Так, что у нас тут дальше по фронтам? Весь ход завершен. А и там у нас путь повстанцев идет, понятно. Плюс на фемискилл продолжаем двигаться. Танайс, по-моему, взят, да? Или он был бы уже взят, не помню, если честно. Мне кажется, он только вот взят был. Так, Катайс. Катайс можем брать, кстати. Катайся можем брать. Ничего себе, не забыл вроде бы. Так, что ли? Телис. Телис тут прям. Видишь, какой-то идет. Очень сильный. Пока крестьянами затыкать. Господин, в атаку! Так, штурмуем Катайс. 10 к 1. 3 отряда плюс. Будущий лидер фракции. Сам будущий лидер фракции нам будет противостоять здесь. Эй,
Этот запад. Ой. Тут уже был, что ли, штурм? Или это с каких-то времен разрушено? Возможно, может быть, мой коллега штурмовал, он просто не смог. Здесь стены-то огромные, видимо. Может быть, не хватило боеприпасов. Либо это уже было разрушено до этого, и мой коллега здесь еще пока не делал ход. То есть не штурмовал. Боги и судьба улыбаются нам. Вражеские стены пробиты. Это по башне. Раздолбать эту башню. А, ворота, кстати, уже, да, разрушены. Да, мой коллега, возможно, штурмовал, уже пытался, но не хватило боеприпасов, потому что как-то уж очень быстро я разрушил ворота. Город, походу, великий. Так, теперь сносим вот эту башню. Надо снести теперь вот эту башню. Так, теперь надо еще вот эту башню раздолбать. Желательно. Но здесь проход еще был на площадь. Так, и сюда сейчас мы будем пока что лучников подводить. Боги и судьба улыбаются нам. Вражеские стены пробиты. Потихоньку уничтожаем прачников. Не видит уже. Надо как-то другого ракурса дойти дальше. Как-то вот так вот что-то. Пытается прачники спрятаться. Так, а там у них, по-моему, еще копейщики, да, нубийские. Да, в принципе, я могу кавалерии просто нести остатки и все. Не так много прачников осталось-то. Так, и давайте. Давайте вот, вот этот отряд заведем сейчас. Там у них генеральский. А, у них тот отряд на площади стоит, да? Так, значит, что мы делаем? Здесь пехоту. Посылаем. Что, как-нибудь лучниками зайти? Ну, пока давайте лучников сюда. Валерию засылаем вот с этой стороны. Представим, что по одному отряду, чтобы они никуда не пошли в другое место. Хотя они все равно могут пойти по другому пути.
Так, в общем, ждем, пока идут наши солдаты. Так, ускоримся. Да что ты будешь делать? Ну ни в какой мои легионеры не хотят размещаться. Так, теперь сейчас будем провоцировать противника. Отходим. Смотри, какой хитрый перец. Не пошел он на копейщиков. Приказы выполнены, величайший владыка. В атаку! Да елки, ты не достаешь, что ли, оттуда? Ну ни одного копейщика не убили убийского. Прошу прощения. Блин, теперь тупят стоят.
Компьютер просто все четко чувствует, когда мои стрелки могут стрелять, когда нет. Вот видите, сейчас начали стрелять, и они опять пошли в атаку. Ой, тьфу, не тот отряд. Так, кавалерию на площадь. Лучники, всем отставить. Всем отставить судьбу. Да, генерал разогнал моих гоплитов. Охренеть, наемник. Кавалерии никак не дождешься, нафиг. Куда она прибежит? Все, вступаем в бой с генералом. Мудрил, мудрил, в итоге все равно потери понес. Преследуйте их и не знайте жалости. Какой-то смысл был мудрить, да? Победа сладка. И она еще слаще. Нифиг, диабет Гелиус. Ну все равно понес большие потери, хотелось поменьше потерь понести, все равно потери понес. Просто генерал атаковал копейщиков и их загнал. 697 противников убито, и так я потерял 91 человека в этой битве. Потери большие, да? Все-таки понес потери большие. Хотелось минимум потерь обойтись, но не получилось. Надо было, наверное, раньше кавалерию на площадь занести. Катаясь, берем, монтируем здесь стену, низкие налоги, что здесь за храм, так, а у нас получше, нет, 30% здесь дают, но, по-моему, баллы больше дают лояльности, да, баллы дают побольше лояльности, поэтому этот ломаем, строим свой. Ух ты, тут легионер можно переводить, отлично. Так, по таксах у них мор идет. Так, здесь что у нас? Ага, это мой коллега отводит не комедии. Возможно, что переобучаться, да? Египетский армия похвалить надо. Да, и очередную армию пригнали. Египет пригнал. В сторону Пергама. Критские ученики. Пойдет. Вперед! Господин! Уходим! Господин! Готовы поднять паруса? Мой повелитель. Марш! Такс. Берем старт. Мой повелитель. Господин! Мой повелитель. Это который у нас относительно целый. Господин! В атаку! И сражаемся с Шабатакой. Шабатака или Шабатака, как его правильно хрен знает. Куча лучников опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть отрядов лучников фараона, охренеть.
Да уж, тяжело с Египтом, но сражаться надо. У нас легионеры в жопу не встроится. Черепаху мы хоть как-нибудь бы смогли бы защитить нашу пехоту, а так ни хрена. Так, лучники сюда. Вам подошло подкрепление. Но хватит ли этого для окончательной победы? Так, срочно перестраиваем легионеров вот так вот. Даже нет, давайте здесь там перестроимся. Чтобы все это было побыстрее. Бесит, когда противник, компьютер начинает вот какие-то фланги заходить как-то, так перестраиваться, что мне неудобно по ним. Стройтесь прямо, и все, что вам мешает. Стоит прямо. Так, она гостреляет, но, к сожалению, не все. Вот чуть поближе подвинуться. Еще ближе подойти. Просто боюсь, сейчас я куда-нибудь буду прицеливаться, они меня фиг будут доставать потом. Вот эти камни еще, там нога не мог. Активно противодействовать. Чуть-чуть менять позицию. Процентов наша нагрев настреляли. Давайте паучника фараона. Так, ладно, отставить, давайте она сюда, вот, а лучше бы... Нет, у меня с кому-то не буду, по гвардии фараона. Колесницы междивизии. Отходим назад. Назад, сказал.
по генеральскому отряду выцеливаемся. Валеби, заходим сюда. Ну, эти два спадни райском вот это попали. Еще раз попали. Слабенько. Давайте уж тогда погвардить фрау. Лисицы бегут, отставить. Ой, блин, боже мой, один этот кавалерий забыл. Она гастает, не надо куда ехать. Она рисковала отставить. Ну это мы просто принудили брата отступить. Попробую догнать хотя бы их стрелков. Повредить их немножко. Ну хоть кого-нибудь догоните. Хоть кого-нибудь. Ладно, тут на копейщиков не напороться. С копьями не сражаемся. Уйди от копейщиков. За идиота, а? Такой шучников, они на копейщиков полезны. Тупит. Отходи, отходи сейчас. Дохните там под копьями, смотрите. Да, придется смотреть, просто приходится наблюдать, как они отступают и все. Нападать на этот отряд копейщиков, нести лишние потери опять же. Очень мало почему здесь. Очень маленькие потери мы нанесли врагу. По-моему, больше, я больше всадников потерял, чем противник. Крестницы застряли просто. Враг бежит. Ух ты, блин, кто там? Преследуйте их и не знайте жалости. Моего генерала так фигачит. Нахрен, 280 противников. Я потерял 107 человек. На копье лес кавалерии, все. Очень близко они шли там к пехоте к своей. В итоге лучников столько не потерял, сколько кавалерий потерял. Точнее, лучников столько не убил, сколько кавалерий у них потерял. Приказы. Уходим. Вон Кирилл очень крупный гарнизон сидит. Я выполню любой приказ. У них еще тут вот на подхвате сядут, сейчас. В любом случае найдут, кем атаковать меня, я думаю. Готовы поднять паруса. Мой повелитель. Господин. Марш. Мой повелитель.
могучий полководец. Может быть, даже здесь мало для прорыва обороны. Так, переносимся, значит, на следующий фронт. Здесь мой коллега вывел армию из Кирены. В атаку! Еще одна армия у нас идет на Сиву. Ой, Сиву. Лептис Магна, конечно, там точно. Корабли готовы. Мой повелитель. Это куда? А, это тут армия переобучается. Понятно. Поэтому куда мой коллега вывел крестьян? Минус 42 тысячи у нас. Могучий полководец. Так, ну что, вроде все фронты я просмотрел. Сейчас посмотрим еще. Так, ага, по времени уже все. В общем, 76 регионов у нас под контролем. Сейчас посмотрю еще по городам. На предмет их роста и предмет лояльности. Тут 75% это где? Спарте. А, ну Спарте тут солдаты делаются. Тут и строить пока ничего. Ну, 80% еще, можно сказать, что тихо. Так, 75 уже. Дальше. Вот здесь все строится и отпекам в осаде. Так, ну что ж, сейчас посмотрим еще графики, хотя тут особо, наверное, ничего не изменилось. В общем, 76 регионов под контролем осталось нам до захвата. Как-то уже 27 регионов всего. Катайс мы взяли, потихоньку Египет задавливаем. Кстати, еще здесь не посмотрю. Так, по общему балансу с первое место. По военной силе Египет продолжает терять. По производству первое место. По территории Египет тоже теряет, мы растем. По финансам у нас рост. По населению уже почти 1 200 000. Общий баланс. Еще здесь посмотрю, что у нас. Тут агенты просто. Киевской земле.
Так, ну что ж, найду я. Так, стоп, сейчас найду, где сохраниться. А где сохранить? Даже не знаю здесь. Вот тут, может быть, опять оставить сохранение. Тебя всем говорю большое спасибо за просмотр. Всем, кому это понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Следующий серии смотрите на игровом канале Дода. Ссылка на этот канал будет в описании под этим видео. И я с вами прощаюсь. Всем пока.